Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России возник ажиотаж на новые легковые автомобили. За последние дни июля и первые дни августа наши соотечественники приобрели почти 37 тысяч легковушек без пробега. Этот показатель является рекордным за последние 4 месяца. В первую очередь спросом пользуются «Лады». Далее идут китайцы «Хавейл», «Черри», «Джили», «Чанган» и «Амода». По мнению экспертов, жители страны торопятся обзавестись новыми колесами, да их подорожание, что будет вызвано повышением процентных ставок по кредитам и ростом ставок утилизационного сбора. В связи с этим новые авто могут прибавить в цене от 10 до 15%. Трасса 101. В законодательном собрании Петербурга предложили жестко наказывать водителей, на автомобилях которых установлены регистрационные знаки без российского триколора. Такие номера изготавливают частные компании. ГАИ же занимается выдачей знаков только с изображенным на них государственным флагом. Автор инициативы – депутат Павел Крупник. По его мнению, отсутствие триколора на номерах – это признак неуважения к официальной символике. Наказанием для нарушителей могут стать лишение прав и конфискация автомобиля. Трасса 101. Компания «Джили» озвучила стоимость бизнес-седана «Preface». Автомобиль будет стоить от 3 миллионов до 3 миллионов 220 тысяч рублей. Над моделью работали китайские и шведские специалисты из «Вольво». Она получила 200-сильный бензиновый мотор объемом 2 литра, трансмиссия, 7-ступенчатый робот. Стандартное оснащение входит в том числе 6 подушек безопасности, светодиодные фары, 17-дюймовые диски, подогрев сидений и руля. Трасса 101. А начало продаж китайских кроссоверов VGV, которые собираются в Беларуси, перенесли на осень. Машины должны были появиться у российских дилеров в июне. Анонсировалась и их цена от 2 миллионов рублей. Речь идет о паркетниках U70 Pro и U75+. Первый оснащается 145-сильным бензиновым турбомотором и механической либо автоматической коробкой передач. У второго под капотом находится 199-сильный бензиновый турбодвигатель, который работает в паре с автоматом. Оба кроссовера будут предлагаться в 5 либо в 7 местном варианте. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».